симпатичные и жизнерадостные девушки, фигуристые и ловкие парни. Но все внимание сегодня оранжевому мячу. Это ему предстоит сотни раз влетать в кольцо. И только он будет дарить радость всем тем, кто сможет загнать его в корзину. На площадке Центра олимпийской подготовки «Авангард» в день физкультурника ребята спорят за победу во всероссийских массовых соревнованиях по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 2015». Соперничество идет в трех возрастных категориях. Те же эмоции, что и в настоящем баскетболе профессиональном. Ну, конечно же, это я опять же повторяю, что дети играют, они учатся и стремятся попасть в будущее в команду профессионалов. В этом году оранжевый мяч принимали сразу 79 регионов России. В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 63 тысяч человек. В Омске этот турнир по уличному баскетболу проходит с первого года его основания, 2005-го. За звание победителей у нас боролись больше двух десятков команд. Удача улыбнулась сильнейшим. Мы уже третий стритбол, ни одной медали. Мы надеялись, что приедем сюда и у «Авангарда» займем первое место. А почему сегодня удалось победить, на ваш взгляд? Хороший настрой, хорошая команда. Больше двух часов баскетбольных баталий на мокром асфальте, и победители определены во всех трех возрастных категориях. Команды, занявшие призовые места, получили кубки и дипломы Федерального министерства спорта за подписью Виталия Мутко. Десятый для Омска турнир по стритболу «Оранжевый мяч» состоялся, и все любители этого динамичного вида спорта получили очередной заряд эмоций, которого должно хватить до следующего старта.